Популярный актер-священнослужитель Иван Охлобыстин отказался баллотироваться в президенты России в 2012 году. Соответствующее заявление появилось в твиттере артиста. По словам Охлобыстина, он смиряется перед мнением церкви и остается верен клятве, данной перед Святым Престолом. Несмотря на это, артист намерен помочь гражданам вернуть в избирательные бюллетени пункт «против всех». По мнению артиста, народ имеет право на выбор. Правда, каким способом Охлобыстин будет добиваться возвращения данного пункта, не уточняется. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны Иван Охлобыстин сообщил 5 сентября, подчеркнув, что сделает это лишь с благословения Русской Православной Церкви. Но Священный Синод не поддержал артиста, заявив, что священнослужители не могут баллотироваться в органы власти. Я люблю вас, потому что вы относитесь ко мне хорошо.